handsome Scottish. Измерение времени скорости с помощью которого мы сможем оценить свою способность эффективно преодолевать стресс, адаптироваться к переменам и достигать высоких результатов в условиях непрерывного развития и не всегда благоприятной обстановки. Вам будет представлено несколько утверждений, которые могут в разной мере соответствовать ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Ваша оценка. Ваша задача отметить степень вашего согласия с каждым утверждением. Заполняя опросник, пожалуйста, помните в опроснике неправильных и неправильных ответов. Выберите тот вариант ответа, который лучше всего отражает ваши личные убеждения и ощущения. Постарайтесь вспомнить примеры из своей жизни, подкрепляющие ответы. Выполнение заданий не ограничено времени. Среднее 15 минут. Пожалуйста, учитывайте, что вернуться невозможно, поэтому будьте внимательны. Подтверждаем. Фиксирует ответ на жатие далее. В случае разрыва соединений или нажатия, можно будет продолжить. Система вернет. Остановились. Напоминаем технические требования. Насколько вы согласны со следующим утверждением? Я легко перехожу на принципиально иной или более сложный уровень профессиональной деятельности. Легко! Более сложный уровень профессиональной деятельности. Насколько вы согласны со следующим утверждением? Я изучаю информационные ресурсы, книги, ролики, фильмы и т.п. Книги, ролики, фильмы, не связанные напрямую с моей работой, чтобы развить дополнительные профессиональные навыки. Насколько вы согласны со следующим утверждением? Если в работе я прикладываю усилия, то они приносят желаемый результат. Если прикладываю усилия, то желаемый результат. Насколько вы согласны со следующим людям? Я стараюсь отстаивать свои границы, когда люди их нарушают. Например, навязывают мне свои обязанности или лишнюю работу. Меня нельзя назвать импульсивным человеком. Я стараюсь думать о последствиях своих поступков. Импульсивный. Меня импульсивно. Нельзя импульсивно человека. Я стараюсь думать о последствиях своих поступков. Импульсивно.
Та-т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 а-
оскорбляет. Но больше не стоит думать о последствиях своих поступков. Насколько мы согласны со следующим утверждением, я отношусь к тем людям, кто жаждет вызова, готов к любым трудностям, которые могут возникнуть на их карьерном пути, и кто не страшится испытаний. Я отношусь к тем людям, кто жаждет вызова, готов к любым трудностям, которые могут возникнуть на их карьерном пути. И кто не страшится испытаний? Испытаний. Вызова. Любым трудностям. И карьерном пути. И кто не страшится испытаний? Так вот, что это испытание, что же оно там, испытание. О, что там у нас, о, испытание, питание. Да задолбали уже, берите бы в жопу. Пионеры. Сволочь. Так. Не питание, а воспитание. Так. Здесь еще какие-то испытания.
с этим все плохо у нас. Пока. Почему-то мы не можем увидеть это чудовище. А почему непонятно? Пишут, что мы вполне можем его уничтожить. О, мы даже такими малыми силами. Непонятно. И то же самое было с 28 уровнем. Теперь с 32. Это сборник какой-то. Зачем тогда? Зеленый улыбающийся человечек. Вот зачем. Когда не можешь справиться, тогда красный. Когда напряженно желтый смайлик. Чёрт знает что. Конечно, так. Если волк мучится, я, кстати, это испытание называется. Я отношусь к тем людям, кто жаждет вызова, готов к любым трудностям, которые могут возникнуть на их карьерном пути, и кто не страшится испытаний. Насколько вы согласны со следующим утверждением? Если в деловой беседе я сталкиваюсь с неизвестной, но интересной мне темой, позже я нахожу информацию о ней. Если в деловой беседе я сталкиваюсь с интересной, но интересной мне темой, позже я нахожу информацию о ней. Ну, естественно, а как еще? Насколько вы согласны со следующим утверждением? Если что-то у меня не получилось, значит, я недостаточно старался. Насколько вы согласны со следующим утверждением? Если у меня что-то не получается, я быстро меняю свои подходы к решению этой задачи. Не мытьем, тут катанем, товарищи. Насколько выход из зоны комфорта, связанный с усложнением привычных задач и обязанностей, помогает мне двигаться вперед. Из зоны комфорта. Комфорта. Из зоны. Вот выходим из зоны комфорта, когда включают горячую воду. Сволочи! На 2 недели.
людей понимаешь, оставляют без тепленькой водички. Садисты, садисты! Конечно, конечно! И сразу находим альтернативные пути омовения с тепленькой водичкой. Если рабочая дискуссия мне интересна, я обязательно выскажу свое мнение. Дискуссия. Насколько вы согласны со следующим утверждением? Я верю, что моя жизнь зависит в большей степени от моих выборов и поступков, чем от решений других людей. Насколько вы согласны со следующим утверждением? Я внимательно читаю этот вопрос, и поэтому выберу вариант ответа «не согласен». Вот завернули кота. И что бы это значило-то? Я внимательно читаю этот вопрос. И поэтому выберу вариант «не согласен». Если я с этим полностью согласен, почему тогда я не выбрал вариант «не согласен»? Так, значит я скорее не согласен с тем, что внимательно читают вопрос, то не согласен с тем, что выберу вариант ответа «не согласен». А если скорее согласен, что внимательно читаю. И скорее согласен, что выберу вариант ответа «не согласен», но не выбрал. Отлично. Скорее согласен, что, но не выбрал. Поскольку мне легко выбрать одну задачу из множества стоящих передо мной и сфокусироваться на ней. Ну, естественно, вот при тестировании же мы как-то выбрали одну задачу и сфокусировались на ней. Ну, естественно, одну задачу. А с другой стороны, многозадачность-то никто не отменял. Будь что сразу несколько, мне легко выбрать одну задачу и множество стоящих передо мной и сфокусироваться на ней. Зачем одну-то? Нужно сразу несколько задач и параллельно решать. Я готов к повышению ответственности в своей профессиональной сфере, так как вижу в этом возможность для своего роста. Я готов к повышению ответственности в своей профессиональной сфере, так как вижу в этом возможность для своего роста.
готов к улучшению. Конечно, готов. Как ответственность. Расстрел на месте. На месте. За это ты ответишь головой. А мне доктор категорически запретил расстрелы. Гадача. Заметный. Мадрись. Третьего дня. Как буквально. И всякие там казни запретил наотрез. Повышение ответственности в своей профессиональной сфере, так как вижу в этом возможности своего роста. Роста ответственности. Даже там около мечом висит прям все. И для ценно обсуждение той или иной рабочей проблемы. Кругу людей, разделяющих мои профессиональные интересы. Для ценно обсуждение той или иной рабочей проблемы. Кругу людей, разделяющих мои профессиональные интересы. Ценно обсуждение рабочей проблемы. Я считаю, что мои профессиональные неудачи – это результат прежде всего моих собственных ошибок. Неудачи, ошибки. Ошибок, а может не только ошибок, может как раз не ошибался, и поэтому неудача. Я стараюсь, вот чувствовал, что начальник окажется без награды, и точно. Его посадили, и меня тоже посадили. Например, это для примера, значит, чувствую, был прав, это не ошибка, а наоборот. А чувствовал, что это, что не получится, и точно не получилось. Значит, это что? Это не ошибка. Я стараюсь не откладывать принятие особенно важных решений на потом. Не откладывать принятие особенно важных решений на потом. Утро вечера мудренее, говорит народная мудрость государства образующего русского народа. Я стараюсь не откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра. Решение. Послезавтра же можно сделать. Насколько вы согласны, необходимость адаптироваться к новым условиям работы улучшает мои профессиональные навыки. Естественно. Да. Я понимаю, что вопросники есть вопросы на внимательность. И сейчас выберу «не согласен». Вопросники есть вопросы на внимательность. И сейчас выберу «не согласен».
скорее согласна. Даже если стало скучно, а работать надо, я могу оставаться внимательным. Ой, к деталям рабочих задач. Даже если стало скучно, а работать надо, я могу оставаться внимательным к вещей к деталям. Я могу оставаться внимательным к деталям. Смотрите, как я внимательный к деталям рабочих задач. Несмотря на скучность, вот, и сонливость. Даже если стало скучно, а работать не надо, я могу оставаться внимательным к идее, к деталям рабочих задач. Естественно, я забочусь об исполнении своих ресурсов. Например, выделяю время на хобби и то, что мне нравится. Регулирую нарушения сна, если они случаются, и тыпы. Вот эти тыпы все время везде. И тыпы, так они прям лезут отовсюду. Да, кстати, лезут. Нам еще никто не прилез тут. Во. А мы его убили? Мы убили его. Нет, не убили. Вот сволоча. А мы этого убили. Так. Это мы так и не убили. Вот сволоч. Это как его? Это... Ох. Как его там? Знаете? Ну сколько же их тут? Так. Вот это мы как заразный убрать. Почему он убрать? Проиграли. И хоть ты тресни. Вот ты тресни, хоть ты. У них пехотинцы только, видишь. Они нас разметеливают. И все. И кирпик. Тю-тю-тю-тю. А почему так не понятно? Так, там еще плюшечки. Получить плюшки. Есть получить плюшки. 67. Вот. Все. Плюшки получены. Главное, зачем писать-то, что можем справиться, рисовать, если не можем справиться, сволочь какие-то. Как тут можно работать в такой обстановке? Осталось две попытки на сегодня. Здесь еще и с попытками ограничения. Прям тестирование какое-то. Так. Это у нас 2 миллиона 28 миллионов.
Это ей патрон-гонщик. Она перевес все время у нас, а потом вдруг хоп, и чердык. А почему чердык? Еще последняя попытка, и это рукопись окончена. Thank you.
речь об исполнении своих ресурсов. Например, выделяю время на хобби и то, что мне нравится. Регулирую нарушения сна, если они случаются. Благодарю вам за участие. Ваши ответы приняты по работе. Спасибо за внимание. Никак новых встреч в эфире. Давай.